цель пробации? Пробация – это, конечно же, снижение рецидива. Мы с вами понимаем, что каждое преступление, если копнуть чуть-чуть поглубже, имеет какие-то корни, почему человек совершил его. То есть у него, возможно, не было денег, да, не было работы, не было жилья, еще какие-то прямые, косвенные причины. И как раз пробация направлена на то, чтобы помочь гражданину, ну, поскольку он уже попал, да, в места лишения свободы, решить эти проблемы, решить вопросы с жильем, решить вопросы с работой. И с момента поступления этого человека в наши учреждения мы начинаем эту работу. Важно, чтобы мы с вами, да, действительно алгоритмы отработали, по ним начали двигаться. Может быть, даже с точки зрения того, что Вологодский регион станет неким пилотом, на котором бы мы бы провели апробацию определенных, соответственно, решений, которые могли бы потом стать в основу, лечь в основу отдельной методички для других муниципалитетов. Коллеги, прошу задуматься, особенно то, те, кто у нас, соответственно, находится на территории нашего региона, тем, кто, кому придется и нужно будет это все исполнять. Поэтому давайте работать вместе. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, в том числе синхронизацию с муниципальными органами власти. Если мы будем работать не только по трудоустройству этих людей, и для того, чтобы у них какое-то жилье там появилось, да, это те, кто, у кого большие сроки были, да, лишения свободы, значит, у нас, конечно, как можно быстрее должна сократиться рецидивная преступность, то есть повторная преступность. А это вопрос безопасности государства и общества. Мы обязаны сделать так, чтобы на улицах у нас не убивали и не грабили. А для этого вот с этими людьми, да, надо работать.